сейчас поедем в кафе день рождения у внука. Денечек такой солнечный, как будто уже март, но еще начало только февраля. Они должны вот-вот выйти на улицу. Погода хорошая, можно и здесь их подождать. Муж не пошел, но он как-то сегодня себя не очень хорошо чувствует. Остался дома. Но там праздник для детей, и садик из группы ребятишки будут. Он остался дома, муж. Я поздравляю от нас с дедушкой. Одна. Решила все-таки подняться на этаж. Иду к лифту. А вот это я. Привет. Сейчас обычно своими ключами открываю. А вдруг маленький-то спит. Не знаю, как поступить-то вот. Открой, пожалуй. А вдруг спит? Ух, тут у них вот так тут часть подъезда или как коридоры отгорожены. Все узаконено и очень удобно. И песок, и грязь с улицы. Все можно. Но тут ремонт они еще не делали. Решили в первую очередь расквитаться с долгами по ипотеке. Так что не торопятся. И вот представляете, это бы все в квартире было. А тут такой вот отсекаться. Длинный коридор был. И вот они так. Все это, как считается, перепланировка. Все узаконено, все хорошо. Очень нравится этот уголок. Тут и собачка часто находится. Тут спит. Так, зайду. Сноха всегда печет торты сама. Они всегда у нее замечательные. Говорю, это не лукавя, но он еще не украшен. Она будет украшать, когда мы приедем на место. Украшения отдельно там лежат у нее. Собраны полностью с украшениями. Еще сниму, покажу, как выглядит конечный результат. Ждем остальных людей. Сразу поедем машина за машиной. Друзья, вот это детское кафе. Мы тут в приходе со знакомыми сидим, болтаем. Давно не виделись, новости. Интересно послушать. Кто-то с краешку поснимал немножко, потом поближе сниму. Только что зашли сейчас. Ребятня уже осваивает аттракционы всякие. Вот здесь барная стоечка такая. Тут довольно много аттракционов. Смотрите, я вот так поснимаю. А вот здесь столы накрываются. Очень уютная атмосфера. У меня сегодня хриплый голос. Я немножко, не знаю, что-то цепануло. Дня три уже так. Хриплю, можно сказать. Это уже младшенького моего посадили в такую машинку, папа катает. Ему, похоже, очень нравится. Друзья, смотрите, какое объявление, рухнула моя мечта. Только что я мечтала тут покачаться. Такая горочка. Каруселька, которая вертится, крутится. Еще, наверное, не все пришли, я не знаю, как там. Но ребятне есть чем заняться, это точно. Смотрите, салон красоты. Это для девочек, для принцесс. Можно делать прически, причесочки. Куколки поиграть. Да, занятия на любой вкус.
везде, а тут даже супермаркет, кафе. Сами не качаем чайник, хорошо? Надо бы посмотреть, потому что они у нас такой стиль. Вроде мягко, а... Руки вверх, я сверху! Кто в меня стреляет? Я даже не видела, что там пушка. Подождите, смотрите, где его. Пушка. Пушка, это не игрушка. Да, голос совершенно пропал. Смотрите, какой кораблик качается по морям, по волнам. Да? Да. О, какой мишутка! Испекли мы каравай вот такой вышины, вот такой нежины, вот такой ширины, вот такой вышины. Давайте теперь тогда медленно будем считать до 7. 1, 2, 7. Загадывай желание. Иду домой, праздник закончился, совсем осипла, много разговаривала, много смеялась, и вообще голос пропал. Сейчас, друзья, 10 минут 7, у нас уже темно совсем, мы живем совсем рядом, мы из кафе приехали к ним, к сыну, и там я еще посидела, кофе попила, не знаю, передают ли камеры, смотрите, везде. Трактор, какие куча снега нагрел, огромный. И с этой стороны точно такая же история. Наверное, камера не передает. Но я ни разу не помню, чтобы вот этот снег сгребали. Вот где только возможно у нас по всему городу такие кучи снега. Как потом будет происходить таяние снега, если затяжная весна еще более-менее. А если будет дружно и ранее, утонем, наверное. Это видео заканчиваю. Буду лечить горло от осиплости. Всем пока, друзья. До новых встреч на моем канале.